Выставка проходит уже в 19-й раз под неизменным началом компании «Экспо-Лайн». Площадки поделены тематически. Здесь можно познакомиться с дорожной и специальной техникой, новыми технологиями в проектировании, архитектуре, строительстве и отделке. Представлены программы обучения строительным специальностям. Показаны современные системы пожарозащиты, энергосбережения и, конечно же, средства охраны труда. Предлагаются объекты инвестиций, ипотечное кредитование, страхование и масса иных профессиональных услуг. Ценители прекрасного увидят современные дизайнерские разработки, системы для комфортного дома, примеры грамотного и недорогого благоустройства территории. Настоящего хозяина порадует экспозиция контрольно-измерительного оборудования и инструмента, а хозяйку – хранительницу домашнего очага, мебель и предметы интерьера. Выставка продлится до 18 апреля в Брянском цирке. Экспозиция открыта для посетителей с 10 утра до 7 вечера. Артемий Маркелов, Александр Егоров, «События Брянск».